Усилий, а все ненужное произрастает само. Даже с человеческими всякими. Только так, Дима. А что-то такое уже тоже надо учить? Обязательно. Пойдемте в класс, я вам расскажу. Она нужна взрослым и детям в любой жизненной ситуации. Дружба помогает нам учиться, работать, жить. Она делает нас лучше, добрее, сильнее. Без друзей человеку просто не прожить. Иметь друга – это великое благо. Если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто. Исправь ошибку, превращая в улыбку все грустинки и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружба это не работа, дружба это не работа. Есть друзья, а для них... Давай не будем ссориться, давай дружить. Давай. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Если свалится счастье, подели его на части и раздай всем друзьям, это просто. А когда будет надо, все друзья будут рядом, чтоб включить тебе солнце или звезды. Воскресенье, суббота, дружба это не работа, дружба это не работа.